В настоящий момент завершены работы по замене рельсового полотна по улице Преображенской. Ну и кроме того, сделан самый важный участок маршрута – это под Переяславскими мостами. Это был большой объем работ. Вы знаете, мы вынуждены и перекрывали, и меняли схему движения, но эти работы выполнены. Но что еще раз подчеркиваю, что городская власть, в отличие от предыдущих этапов, не закрывает трамвайные маршруты, а наоборот создает новые. И сегодня мы переходим к следующему этапу. Мы в 2018 году запустим как раз новый трамвайный маршрут в проекте «Север-Юг». На сегодняшний момент полностью восстановлены те маршруты, которые традиционно функционировали и некоторое время не работали в связи с реконструкцией Преображенской. Ну и третий этап – это у нас обеспечение, чтобы все-таки маршрут был магистральным с точки зрения удобства. У нас большая работа будет по улице Преображенской, большая работа по решению проблем по новощипному ряду, где есть действительно ряд проблем и с паркованием, и со стихийной торговлей. Но тем не менее, сам проект «Север-Юг» будет начат в 2018 году, и мы его будем развивать. Для этого мы будем и в дальнейшем обновлять подвижной состав. Мы будем делать все, чтобы наш муниципальный транспорт был более конкурентен перед маршрутками. Ну и кроме того, чтобы он был более социален, потому что сегодня такой проект позволит жителю города, не пересаживаясь, за 3 гривны проехать с одной части города в другую. Сам маршрут «Север-Юг» – это будет новый маршрут. У него будет свой номер, у него будет свой подвижной состав. То есть, и кроме того, мы благодаря этому маршруту в перспективе будем как раз и корректировать всю маршрутную сеть, отдавая предпочтение развитию как раз трамваям и троллейбусам, как муниципальному перевозчику. В перспективе, конечно, в рамках проекта «Север-Юг» мы планируем ставить 20-метровые многосекционные трамваи для того, чтобы, опять же, обеспечить максимальное удобство и максимальную эффективность этого проекта.